Здорово, растеры! И сейчас я вам покажу, как построить вот такой небольшой домик. Можно его даже назвать в каком-то мере антирейд. И давайте посмотрим, что у нас в него влезло. В первой комнате у нас стоит целых 5 печек, что довольно-таки много. И 2 ящика. Давайте посмотрим, что у нас в другой комнате. Тут у нас находится кровать, чтобы резаться, костер, чтобы пожарить себе покушать или осветить в ночное время домик, ящик и лампа. Кстати, в каждой комнате лампа находится, а в последней комнате у нас находится лутовая. Ну, маленькая такая, конечно, лутовая. И здесь у нас поместилось 2 больших ящика и 1 маленький ящик. И также тут лампа. Почему я его назвал антирейд? Да, в принципе, все просто. Тут находится двойная стенка. И чтобы рейдерам добраться до вашего шкафа, им потребуется 6 сишек. 2 сишки на дверной проем, 2 сишки на эту стену, 2 сишки на эту стену. И это довольно-таки много для такого дома. А теперь давайте перейдем к его постройке. Итак, давайте перейдем к постройке. Для этого нам нужен треугольный фундамент. Ставим его всего лишь один. Отводим от этого треугольного фундамента квадратные фундаменты с каждого угла. Теперь рушим самые первые квадратные фундаменты. Затем, так, нам убрать ремонт. Берем треугольные фундаменты, ставим вот таким вот образом. Сейчас тут колебается немножко. Ну да ладно. Ставим. Ну давай, давай. Так, отлично. Ремуем. Ремуем. И последний. Отлично. Затем ставим ступеньки, чтобы долго не прыгать. Затем ставим дверной. Так, надо все повернуть это. Так. Ставим. Как вы видите, теперь у меня ставится правильно, чтобы не сломали кирочками. Теперь закрываемся, чтобы к нам никто не пришел. А, нет, все неправильно поставилось. Надо все стеночки повернуть. Вот так вот хорошо. Так, теперь что нам нужно? Теперь мы берем шкаф. Дальше у нас много, потому что я играю на строительном сервере. Авторизируем все в шкафу. Закрываем его. Так. А, повернуть. Так вот, хорошо. Что-то подлагивать немножко. Так. Теперь смотрите, как мы делаем. Закрываем. Вот таким вот образом. Так, все правильно повернулось. Так, перепрыгиваем сюда вот. Закрываем вот таким вот образом. Приходим сюда. И закрываем таким же образом. Так, ну я подлечу на ноу-клипе, а вы как-нибудь подниметесь. Можно с помощью штурмовой лестницы, можно с помощью пристройки. Вот таким вот образом выглядит. Желательно, конечно, поднять еще на один этаж выше, чтобы с подсадки вам не залезли. Но лучше все же поднять, наверное. Так, давайте теперь поставим двери, чтобы к нам никто не пришел. Заходим в этом лист. Так, берем бронированные двери. Я поставлю бронирование, мне больше нравится. Да, они прочнее, к тому же. На них потребуется 2 сишки, а не 1. Так, ну я думаю, внутри застраивать и не стоит мне. Вы сами, наверное, все видели. Можете как-нибудь по-своему даже сделать. Но еще раз повторюсь. Или хотя бы даже низкую стену вот так поставьте, чтобы к вам никто не залез с помощью подсадки. Он, кстати, ведь, наверное, возможно. Нет, с лестницы тоже невозможно. Так, закрываем. И все. В принципе, вы в полной безопасности. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Bye.
Step into my blank. 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 Step.